не люблю, когда заснуть мешают. Бессонных ненавижу я ночей. Людей, что за меня всегда решают, мерзавцев ненавижу и рвачей. Их много окружают постепенно, они уже почти что у дверей. Стараются вести себя степенно, из уст у них порой течет елей. И мест уж нет, куда б уединиться, куда ни кинь, а эти уже там. Они, представьте, научились сниться в течение великого поста. Их масса в телевизора экране, они в ток-шоу, ну и в новостях. Их нет ни одного на поле брани, среди тех, о чьих узнали мы в смертях. Их нет на баррикадах и на стройках, в цехах нет за станками на полях. Работать, говорят они нам, бойко, должны мы не за совесть, а за страх. Зато их сотни есть в Верховной Раде, но нет их платим где за ЖКХ. В кольце сплошном давно все мы в осаде, пусть камень бросит тот, кто без греха. Виновны мы все сами выбирали, поверили опять в который раз. Но против нас опять они сыграли, и цены снова подняли на газ. Но хоть они богаты и успешны, историю могли бы подучить, чтоб жены не рыдали безутешно, вокруг не суетились, чтоб врачи. В канун, чтобы одной из революций бежать им не пришлось бы из страны. Бежать легко, удастся ли вернуться, не смогут искупить своей вины. Грущу, но верю все же, что настанет какой-то день или, может, некий час. Вся дрянь исчезнет, словно снег растанет. Жить станет лучше, честно, без прикрас. Ну что такого в нас, чем не похожи на англичан, французов, латышей? Мы многое, поверьте, сделать можем, лишь поскорее лапшу бы снять с ушей.